Далее, уже прошли 2 месяца подготовки к чемпионату. В какой форме сейчас находится вообще вся команда? Ты вообще настрой какой на сезон? Ну, я думаю, сейчас команда находится на пике формы, потому что с Гомелем очень важный матч, и мы к нему готовились именно к этому матчу, чтобы подойти к нему в своей лучшей форме. Поэтому дадим Гомелю бой, я думаю, и должна держать победу. После того прошлого сезона, который закончился, ушли многие лидеры. Сейчас команда как будет действовать, какие будут предприниматься, может быть, попытки восполнить потери? Ну, ушли лидеры, но на их места брали новых ребят. Я думаю, они не намного хуже. Ну, конечно, Диму Мазаревского будет трудно заменить, но если брать по персоналям, то вместо Януша пришел однотипный ему футболист Шрейтер Кирилл. Володя Хващинский очень сильно прибавляет. Поэтому, я думаю, справимся как-нибудь с этим. Вот эти спарринги турецкие, Санши и остальные, они дали какую-то пищу для размышлений или скорее дали какие-то ответы на вопросы? Я не знаю, Санши не участвовал, поэтому сказать этот вопрос ничего не могу особо. А вообще по всему сбору? Еще раз. Ну, дало ли какую-то пищу для размышлений? Ну, это тренер вопросы, он размышляет на такой команде. Я отвечать просто не могу. Тебя вот недавно назначили капитаном команды. Чувствуешь ли ответственность? Все-таки главная команда области. Ну, конечно, ответственность чувствуется. Это новый опыт для меня. Еще особо не знаю, как себя вести. Но у меня хорошие помощники, Дима Макар и Виктор Сокол. Думаю, они мне помогут. Тем более Сокол был капитаном, у него большой опыт. И если что, какие вопросы, я к нему обращусь, и мне подскажут, что делать.